ca de obicei, o luptă frumoasă, un turneu reușit, un coleg pe măsură, toate cele bune. Tu doar filmezi sau ai venit așa cu doar cu paraua de microfon? Da? Noi filmezi. Asta e un lucru bun. Așteptări? Așteptări în această seară? Păi, ca de obicei, știi cum au fost meciurile pe aici? Cu sânge, cum spunea un coleg mai devreme pe hol. Așa o să fie și în seara asta. Da, ce așteptări? Eu știu că seara asta o să fie lupte interesante. În primul rând, atât că turneul e 4 de mult turneu și luptătorii sunt foarte puternici. Așteptăm cu mare nerăbdare, chiar e foarte interesant. Chiar am vrut să vin să văd luptătorii foarte pe mulți îi cunosc personal. Și am venit în primul rând să-i susțin, că eu înțeleg că susținerea mult contează. Da, acum în câteva clipe vom da startul show-ului Eagles 4. Ne așteptăm la lupte superbe, deoarece avem un fight card impunător, luptători buni, luptători de valoare. Vom avea foarte interesante lupte în semifinale, eu am mai spus. Cireașa de pentru tot, lupta pentru centură între Barbaroșii și Botnaru. Avem lupte interesante, lupte care vor da imbol pentru dezvoltarea artelor marțiale în Republica Moldova. Vom vedea nume noi. Eu cred că numai cu așa pași vom ajunge undeva sus, unde sunt cele mai mari promoții mondiale. Бой был довольно-таки интересный, и я бы не сказал, что был очень сложный. Просто немножко неудобный соперник был. У него довольно-таки короткая шея, а в основном последние месяцы я работал на грэплинге, именно на удушающих, и пару попыток моих не увенчались успехом, ручки немножко забились, думаю, это было заметно со стороны. Но ничего страшного, как бы переключился довольно-таки быстро, начал работать в партере с разных позиций, в основном с сайда. Сказалась активная работа моего тренера по грэплингу Александра Стрейки, за что ему огромное спасибо. Дуже сподобалася організація бою. Дякую, що запросили на турнір. Знав, що суперник сильний. Тренер каже, що не справився зі своєю задачею і з ним цілком згідний. Надіюся в подальшому тренуватися, не здаватися, падати, але підніматися. І виконувати те, що ми відпрацьовували на тренуваннях з тренером. Да, було складно, дуже фізично крепкий суперник. От вирвати руку, там щось зробити трудно було. Видно, фізична сила на рівні у нього. Спасибо. Якщо попросити реванш, звісно, але тут було одностороннє ведення бою. Я впевнено виграв. Если бы он выиграл хоть один раунд, можно было. Ну, я просто хочу двигаться дальше, но если принципиально, я могу, конечно, реванш. Без проблем. Я приехал, на самом деле, просекундировать своего товарища, брата, так сказать, по клубу. Да, чисто по-братски приехал поддержать, но так получилось, что у одного из ребят, там, в связи с травмой, то есть боец как бы в последний момент отказался и как раз попал под ту весовую категорию, в которой я нахожусь. Мне предложили, то есть не хочешь ли? Я сказал, я поговорю с тренером, пообщался с тренером, тренер говорит, ну смотри, ты ж не готов, ну как бы смотри по своим силам. Ну я так подумал, ну что, можно попробовать. Попробовал, ну результат, как вы видите, неуспешный, ну ничего страшного. Время подготовки мы, наверное, не учтили некоторые моменты, касательно борьбы. Поэтому думаю, что в следующий раз на эти ошибки проведем работу над ошибками и, скорее всего, будет реванш. Я обязательно вернусь. Битва, пусть мы ее проиграли, но война не закончилась. Это мое решение. Мне все понравилось уже с первого боя. Было понятно, что бои будут очень зрелищные все. Первый бой был очень хороший. Бой тяжеловесов мне тоже очень понравился. И по реакции зала было видно, что им тоже очень все нравится. Да,
это еще раз говорит о том, что ММА очень непредсказуемый вид спорта, и здесь не важно опыт, то есть понятно, что опыт всегда важен, да, то есть, но бывают такие интересные поединки, когда даже не совсем опытный боец, он может победить опытного бойца. Случайность может решить исход поединка, и качество, например, внешнее даже, они, естественно, никакого значения не имеют, то есть это именно такой вид спорта, именно поэтому его все очень любят смотреть. Я болела за россиян из чувства солидарности. Вот. Но мы уже пошутили по поводу, что всех россиян зовут либо Рустам, либо Расул. Ждем, когда приедет Иван или Василий, например. Да, безусловно, я вижу рост, и это нормально, это закономерно. То есть любая организация, да, которая развивается, которая растет, всегда с каждым разом уровень организации все лучше и лучше. То есть я вижу, что все гораздо более оперативно, да, какие-то вещи проходят, которые... А, да, с Дарином Михайловичем мы уже говорили, я посоветовала кое-кого из почетных гостей пригласить на следующий турнир. Вот. Я надеюсь, что мы его увидим, потому что боец очень известный, знаменитый и сможет привлечь внимание к турниру. Ну, вы знаете, это вообще... Я считаю, надо отдельно отмечать, что я всегда повторял, что с каждым разом подборка боев проходит все лучше и лучше. И мы уже сегодня видели, что все бои очень равны. И что самое главное, вот последний бой мы видели, нежный нокаут. Это драматизм, трагизм. Ну и в то же время вот этот момент победы, который, собственно, никто не ожидал. Это, наверное, ценится единоборство, смешанные единоборства, такие боевые искусства. Ну, это, наверное, верхнее это удовольствие, что можно видеть на этих боях. Хотя я, на самом деле, хоть и выиграл боец с Украины, я, конечно, земляк, вот, но мне сегодняшний Влад Поповский, я, конечно, за него переживаю. И очень жалко, что вот, это жалко, что происходят такие нокауты. Надеюсь, все будет хорошо. Вы знаете, чем отличается, допустим, проект Eagles, да, Арена София, знаете, душой организации. Поэтому уровень понятия растяжимое. Понятное дело, что проект растет, он расширяется. Я знаю, что уже есть планы уже проведения за пределами там, Молдовы. Это все не важно. Главное, что проект делается, есть система, есть идея. И самое главное, он делается с любовью и делается для людей, для спортсменов. Знаете, ну, это редкость в наше время, поэтому у него в любом случае есть будущее. В любом случае у него будут болельщики. И я первый болельщик, который будет всячески всегда поддерживать, буду присутствовать и переживать за проект, за спортсменов и за организаторов. Вы знаете, это моя вторая, больше, наверное, удача и теплота молдавской публики. Здесь меня уже встречают, мне нравится. Но я больше хочу сказать, что это моя победа, но я больше даю предпочтение, что это моя удача. Я постараюсь не подвести больше вашу организацию, ваш промоушен. Здесь я буду выступать в других промоушенах, буду выигрывать. Так как мне сегодня повезло только в первом раунде и на максимум третьей минуте, я обещаю. Это Анатолий Сафронов. Но здесь я хочу сказать, насколько очень волевые и сильные молдавские спортсмены, насколько профессиональная школа тренерская у них, насколько сильный штат тренерский у них, насколько у них уже большой опыт, очень большой. Холодным сердцем выходит, вот, с умной головой, очень правильные спортсмены. Ну, у меня уже много боев, я, может, чего-то где-то лишнего говорю, но я говорю от чистого сердца. Я обязательно дам реванш Владу, но я думаю, не будем загадывать. Реванш я согласен дать от всей души, но сегодня мне повезло. Eu de la conferința de presă am văzut luptătorii și am spus deodată că să fie luptele foarte interesante, să fie o sară foarte tare. Că nu m-am așteptat la Vlad să piardă, dacă știți. Două reprize au luptat foarte bine, credem că să câștige. Asta e sportul, se întâmplă de toate. Nu știu încă de ce întoară, nu mă gândesc la asta, dar a fost un pas destul de bun pentru mine, în profesional și sper că am un viitor foarte frumos. Здравствуйте, да, я болею, мне нравится очень сильно смотреть на бои, все очень интересно. Допустим, сейчас мне понравилось больше, чем в прошлый раз. Первый этап боев был очень интересен, намного активнее, я не знаю. Были очень интересные бои, ребята прям вообще молодцы. Quarte frumos,
Campionat foarte interesant, cu lucrători foarte viteși și eu cred că spectatorii au ce privi. Cea mai tare mi-a plăcut lupta în care a câștigat, chiar am pus poze și pe Facebook, luptătorul nostru împotriva luptătorului din Ucraina. Очень красивые бои, захватывающие, и организация прекрасная, как всегда. Смотрю, что с каждым боем эмоции накаляются. Из первой части мне очень понравился последний поединок, наверное, потому что это было очень неожиданно. На самом деле я просто растерялась. Спортсменам желаю удачных выступлений и удачных боев, чтобы это было без травм, это, наверное, самое главное. И дадик примурен антренорами, вот где пусунный форт в море, бригатирами. Что кштигул есть в третьей экипе. Физик я раб терник, да тактики я ламу вес. Luptătorii au finalizat-o fără cuvintele mele. Nu, a fost o luptă foarte interesantă, mi-a plăcut, am avut emoții mari. Îi cunosc pe ambii sportivi. Bravo, a făcut un lucru bun. Multă stimă din partea lui Sergio Barbaroșe și multă stimă în partea lui Bernard. Bravo, luptători cu calitate înaltă. A fost așa un moment când am trebuit vreau să preadau, știi? Și fost acolo un gând că eu trebuie să câștig, eu trebuie să fiu campion. Și asta m-a ținut și asta am câștigat. Dar uite la antrenorul meu, Dorit, credința în Dumnezeu și multă muncă la antrenament. Da, așa este. După aia, cum vedeți, ce-mi doreai la mine, seama că am fost cel mai bun ca el, puțin. El tot a fost un luptător foarte puternic. A fost în timpul luptei așa un moment când am vrem să mă predau și am ținut și cu gândul ăsta că am putut ține, am câștigat această luptă. Caracterul m-a făcut să țin câștigat această luptă. Cred că a fost datorită la antrenorii mei, munca zi cu zi cu zi și credința mea. Și credința în Dumnezeu pot câștiga această centură. Am fost practic toate luptele la limită, totul a fost foarte bine. Am avut lupte practic incendiare și de 4 reprize, de 3, de 2. A fost foarte, foarte frumos show, pentru părerea mea. Spectatorii au rămas mulțumiți, specialiștii, antrenorii, luptătorii. Vor trece câteva zile, vom analiza și vom reveni cu comentarii. Următoarea gală Eagles 5 va avea loc pe 20 mai. 20 mai, da, vom avea final în 62 de kilograme între Mihail Sârbu și Dimitru Sudrubailo. Va fi următoarea centură în categorie 62 și vom avea final 4 în 66. Ne așteaptă o primăvară interesantă.